Депутаты Госсовета Коми, общественники и эксперты начинают комментировать нашему каналу отчет главы. Так многие отмечают, что Владимир Уйба обозначил инвестиционный потенциал региона, а также сообщил о проведенной работе во всех возможных сферах. Впрочем, каждый нашел в отчете главы что-то свое. Очень содержательный был доклад, содержательные брошюры со всеми цифрами сегодня были предоставлены всем участникам, которые приняли участие в совещании. Для себя я хотела бы отметить очень важным планы и та работа, которая была проведена в части социальной сферы, это образование, здравоохранение. Самый основной вопрос, наверное, по отчету главы, то, что у нас появляется инвестиционный климат. Это самое главное, что у нас есть на территории республики. Причем он разносторонний, у нас как-то развитие Арктики. Другой момент, это опять же, о чем я говорил ранее, это глубокая переработка, это и нефтехимия, потому что нам это важно, это опять же тот же момент привлечения молодых кадров. Мы должны не только удержать свою молодежь, мы должны сделать так, чтобы в нашу республику люди приезжали и возвращались наши же. Это самое главное, это самое важное. У нас действительно изменилось правительство. У нас были сложный год выборный, выборы главы, выборы госсовета. Мы только в конце года сформировали и согласовали членов правительства. И вот в этой ситуации, надо сказать должное, именно главе республики Коми, именно им принимались все главные решения по жизнеобеспечению всех жителей нашей республики Коми. Конечно, массовых потрясений, надо сказать, у нас не было. Хотя, надо отметить, чрезвычайных ситуаций по разным направлениям были. Но они оперативно решались.